вам что раньше делал, раньше не работал. Да там эти как записались. Кустов, Пушикаев, Зелепукин, Шинкаренко, Мужиков. Ну, скорее всего, мы это поели. И там Кустов. Кустов. Но не всегда было. Кустов чемпион. Поставили 4 лет камеры. Да. Они поинтересовались, какой интернет там есть. 4 лет камеры тащить. Естественно, ничего вообще не там. Только картинку рисовали. Да. Да, 15-15 автомобилей. 15-20. А сейчас сколько? Сейчас 13-20. Через 2 часа. Ну так 2 часа идти, да, еще есть. Как перестали играть эти самые? Конечно, зрители ушло со склада 16. Как все, кто ехал, перестал играть, 40 человек, он сразу отвалил. Отныне все подкармливают, чтобы просвязь все это не останавливала свои. Ты мне штаты вас должны. Константин Тепляков пишет. Подскажите, какие ориентировки разряда участников, хотя бы текущего матча. Рома, какие разряды участников спрашивают? Высокие. Кстати, разряды высокие, это МС, да? Разряды высокие. Выше среднего. Мне кажется, самый разрядный мастер, а Попков. Попков мастер.
же разряды высокие, МС. Давай, давай, вперед! Когда приедешь в академию, не можешь вообще. Приду, сейчас подождусь. В воскресенье посильнее, конечно. В воскресенье, да. Сегодня, может, нет, я не играю. А в следующем. На мастер-куре хорошо играл, чуть я или ноги унес. Еще разик. Это уже второй раз или ноги унес. Мы с ним больше играли. Мы еще в академии играли. В академии. Ничего мали это не считается. Не считается. Ничего мали это не считается. Да, спортлайфы. Академия это серьезно. Там трансляции. Спасибо, что я на сегодня попал. Ну, под камерой тоже много мест. Где там много, там сбоку вообще нет. На последний вообще много. Там вот там играть вообще, там вот так сбоку вообще. Сбоку, я думаю, даже. Ты что, ты стола играешь, что ли? Да.
Вот, смотрите, фотки парня. Черков Волошин. Волошин Руждов, первое место в парне. Кто старше? Парни турнир. Паша Руждов. Ребята, у меня заживились руки, я пошел. Я умываю руки. Да, он не изгнан, 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 он не изгн
Интернет можешь похуже сегодня. А вчера вот так было. Мутно говорит. Может, с этим сопрано? Друзья, для тех, кто только пришел или не в курсе, что происходит на турнире, смотрите. Сейчас играются матчи нижней части сетки. Попков играет с Мовсисяном. Таламанов с Ивановым. Красковский с Груздовым. И мы ждем начала профиналов. А именно, ждем матчи Буров-Никулин и Стулий. Федотов. И Стулий Федотов. Они скоро начнутся. И при счете 9-10 в сете Попков Арсений берет тайм-аут. А по сетам 2-1 Мовсисян? Да, 2-1 Мовсисян по сетам. Попков берет тайм-аут, проигрывая в четвертом сете 9-10. Близится драматическая развязка. Да, он очень глубоко
Спасибо.